Всем привет, ребят! Ну что, у нас, как обычно, утренний обзорчик акций, и сегодня у нас веселые акции. Во-первых, пакет накопления на русском сервере, ну, честно говоря, получше, чем в прошлый раз. Слизни мастера, причем за 1400. Рунки. Сундучки, ну, конечно, не равняется с другими серваками. Также наборы Фрейка, Вольт. Так, супер набор, но это не самое главное. Самое основное, сегодня открыли у нас магическую рулетку, но не... А, есть все-таки на русском сервере, тоже открыли. Как ни странно, на многих серваках она есть. И сегодня... Топовые плюхи, сейчас посмотрим. Здесь нету ничего, но там по 500. Сейчас попробуем вытащить. Так, здесь нам упали камешки судьбы. Скины есть. Вот, кстати, очень классно то, что скины падают. Сложновато тоже вытащить. Купон сущность мастера. Третья и книги третья, то есть золотые по 500 и 500 как кулаков. Ну, это дофига реально, если повезет. Но остальные расходники, в принципе, тоже довольно-таки неплохие. Но, как видите, надо еще, чтобы они выпали. Два камешка. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Сколько она, кстати, сколько она на русском сервере идет? Два дня. Неплохо. Так, дальше поехали на английский, посмотрим. Spin Wheel. Что тут у нас есть интересного? Зефирка, таланты, сменки. Ну, тоже неплохая акция. Так. Коллекционер на английском открыт. Также Лики, Зарину. Ну, такой себе коллекционер. Поменяли, видите, награды. За Сукуба 100 книг дают. Зелень. Синь убрали. Давайте здесь попробуем. Тоже есть купон спиннер. Он есть на всех серверах. Здесь сумки девятые нам выпали. Так, что еще интересного есть? Wind prizes. Число, больше ничего такого нету. Так, накопление скины. Ну, скины эти все есть. Кроме этого. Так, ну вроде и все. Больше ничего на английском нет. Окей. Поехали на Тайвань глянем. Что на Тайвань есть. Добавили здесь тоже или нет? Тоже, по-моему, вряд ли рулетка, потому что здесь тысячи. Да. Ну, опять же, это донатная акция. То есть без дону тут максимум, если выпадет купон, придется все-таки минимальный донат делать. То есть никуда от этого не денешься. На английском не вижу. Старая акция. Седьмые эмблемы, шестые СО.
конечно, эта акция по сравнению с английским ни о чем. Зато здесь вот такой вот пакетик есть за один сам. На других серваках пока я этого не видел. Так. Что еще здесь интересного? Печеньки тоже здесь уже полным ходом продают. На английском сервере пока этого нет. Так, у нас забитый алтарь. Поехали дальше. Поехали на немецкий сервер. Еще сбегаем с вами на АЭС. Глянем, что там на АЭСе интересного есть. Может, там хоть что-то веселое. Так, немецкий сервер. Обожание героев. Запустили наконец-то вот так вот акцию они. Хотя она уже давным-давно идет. Только 20 осколков. Как она здесь называется? Хаубер. Ульвер. Не знаю, что это за герой такой. Сейчас я так зайду, посмотрю. Ну, Мэри. Иван Драча. Я не знаю, что там за осколки. Или может этого. Родриго. Странно, что там будет, но интересно будет на это посмотреть. А, так, окей, смотрим, что у нас здесь. Печальненько сегодня тут с акциями. Ничего такого нету. Но здесь еще акции не обновились у нас, поэтому оно может быть... Еще и печальненько, все в 11 часов оно все будет. Так, окей, поехали дальше. Поехали на AS сервер. Посмотрим, что там у нас есть. Что у нас нового на AS? Ну, здесь тоже я заходил, магическая рулетка. Я здесь не достал купона, к сожалению, здесь достал всего лишь сумки. Ну, видите, тут другие плюхи есть, пакет накопления. Не знаю, откуда они взялись. А здесь зато набор снабжения, вот такой вот топовый. Не знаю, реально тоже классный, но для бездона 29к, хотя с другой стороны потратить на 2500 апок с камней. И девятую эмблему можно, плюс и там на прокачку за 11к тоже неплохой пак. Здесь скины можно получить, скин на ворожея. Кстати, скин на ворожея здесь есть тоже на магазине скидок. Вот такой вот магазин скидок. Первый день вчера здесь тоже был он. Где можно получить, или это по-моему было у нас на этом, на Тайване уже здесь, то есть можно облик получить, плюс замедление есть, обряд лечения. Да, это на Тайване был, то есть это новый магазин скидок. Что-то не открывает. Ну, видите, то есть купон, шансы только так дают. За покупку. Ну, в любом случае, уже по 500 дают. Это уже получше. О, ничего себе.
Вот так вот, фоба-оккультист, бесплатно. В общем, вот такие вот плюшки. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.